Всем здравствуйте. Опять так же, кто любит ремонтировать машины. Все, я встал. Вчера поехал в банк. Грязь. И не стал работать генератор. Думаю, что такое? Генератор мой накрылся. Доехал на аккумуляторе. Сейчас вот снял. Поставил на зарядку. А оказывается, не генератор, блин, а у меня слетел. Вот он ремень, вот он генератор, это генератор, вот он генератор крутится, слетел ремень. А в чем дело, почему он слетел, фиг его знает. А слетел он из-за вот этого, у меня свистел, скрипел вот этот, вот он ролик, видите, болтается. Это ролик натяжителя, вон вообще подшипник у него, все. Подшипник сработался. Все. Теперь сейчас надо его снимать и менять. Поеду на опять на свалку и с какой-нибудь машины скручу. Посмотрим дальше, что будет делать. Так вот, все. Старье, но и старье. А так будем делать дальше. Так вот, ребята, мы с вами под машиной. Так, вот он этот ролик. Он здесь болтается. Вот он. Вон он. Вот она гаечка. Мы ее вот так. Сейчас где она? Вот она. Мы ее выкручиваем. Вот она выкручивается. Вот таким вот образом. Ай, длинная. Так, да? Ладненько. Сейчас мы на паузу. Так, вот он. Болтик выкрутился. Вот он этот ролик. Вот он, красавчик. Вот, видите, какой он, да? Смешной. Вот эта штука, вот она мне мозги парит. Тут люфт есть небольшой. Ну, хрен его знает, может, еще поработает. Ну, болтается, короче. Короче, болтается. Я думаю, лучше найти получше. Не поставить. А так что, он мне опять ремень слетит посреди дороги? А потом как я его буду ставить? Лучше найдем сейчас хороший. Ну все, ребята. Так же самое оставить в обратном порядке. Вот такая штука, блин, уже все. А так не работает. Что самое интересное, а машину-то я и не сделал. Машинку я свою так и не сделал. Машинку-то я свою и не сделал. Вот. Вот они ролики. Это старый, это новый приготовил. Это ремень. А причина-то оказалась не в этом ролике. А причина оказалась, ребята, вот в чем. Вот этот генератор, вот он. Вот он. Я поставил все. Натягиваю ремень, а он болтается. Болтается из-за. Вот он. Видите, вон. Генератор. Видите, болтается. Вон он, генератор болтается. Вот. А причина, что случилось? Вот это ушко. Вот она. Она вот так сломалась. Она была вот так. И она тресь. Вернее, не так, вот так, наверное. Вот. Да, вот так она была, наверное. Нет, не так. Вот так была. Все, она вот так вот хрясь и отломилась, и все. На ней держится вот этот генератор.
Поэтому она отдвинулась, и Реми слетел. А что мы делаем? Что мы делаем? Хоть надо ехать сегодня воскресенье. На свалку ехать, там закрыто. Вот. А я что, вот так сейчас поставлю ее, приварю сваркой. И все будет хорошо. Ну вот и все. Вот она, эта штучка. Вот я ее приварил. Все. Будет держать. Оторвется, ничего страшного. Еще раз приварим. Такие дела. Ну все, осталось дело техники. Поставить вот этот новенький. Буду ставить новенький. Похоже, этот еще бы послужил. Ну ладно. Ну, он уже свистел. Он мне ремень протер, конечно. Поставлю новый. Вот. Все, ребятки. Как закончу, поеду. Да, что там уже? Дело техники. Поставить и все. Как говорится, большого ума не надо. Все. Ну вот. Вот и все. Ребята, вон. Не свистит, не скрипит. Все работает. Крутится, вертится, шар голубой. Все, поставил новый ролик. Старый вот он. Заварил. Генератор на месте стоит. Все хорошо. Так, ребят, сейчас покажу вам, как нужно натягивать ремень. Это тут такое, такая хитрость. Сразу не поймешь. Вот мы с вами под машиной. Так, вот здесь я, вот этот самый натяжитель. Вот он. Вон он. Болтик я закрутил. Здесь внизу закрутил. А теперь как, чтобы вот этот, ремень. Вот он, телефоном загораживаю. Вот этот ремень, как его сюда натянуть и поставить на этот шкив. Это здесь я тоже никто не знает. И вот там в интернете я смотрел. Все спрашивают, как натянуть ремень? Тяжело. Сейчас покажу, как. Так, где у меня здесь? Взял я эту штуку. Вот. Так, нужно брать вот этот такой ключ. Вот там, который баллоны откручиваешь, колеса откручиваешь. И вот. Вставляешь. Так, что такое? Загораживаю свет. Вот, вставляешь вот в этот, на вот этот болт одеваешь его. Вот так. И тянешь его в эту сторону. В эту сторону его вот этим ключом крутишь и отжимаешь вот этот цилиндр. Отжимается цилиндр и одеваешь ремень. Вот он. Все. И этот натягивает. Ну вот и все. Вот такие дела. Все, с этой машиной закончил. Можно ездить. Что еще? А, ну теперь сюда надо кожа ходить. Сейчас кожу ходену и все. Ну что, всем пока. Всем всего хорошего. Теперь у нас будет снег, морозы, дожди. Ой, дождей не будет. Всем пока. Всем хорошего настроения. Если что, у кого с ремнем будет проблема, обращайтесь. Помогу, расскажу. Пока-пока.